Hey! Komm zu Anna! Anna, давай! Всем привет! Вы на канале интернет-магазина карнавальных костюмов Grand Star True. В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами карнавальные костюмы, то есть аниматорские костюмы, ростовые куклы. У нас сейчас представлено три ростовых куклы. Это начнем слева направо. Это Джигит толстый, вот с белой шапкой на голове. Джигит худой, с черной шапкой. И у нас Мустафа. Посмотрите, какие замечательные ростовые куклы. Костюмы объемные, довольно тяжелые. Примерно один костюм весит 4,5 килограмма. Ну, полностью вес. Вот, посмотрите, все костюмы яркие, качественные. Голова большая у них. Остальной костюм, в принципе, он особо ничем не отличается от аниматорского. Здесь только вот большой объем головы у всех. Давайте начнем с Мустафы, рассмотрим. Вот посмотрите, как выглядит Мустафа. Здесь у нас ботиночки. Посмотрите, вот такие ботинки с пальчиками. И внутри у нас как будто там тапочек уже резиновый пришит. То есть очень удобно. Вот так вот здесь подошва. Пальчики здесь у нас, руки есть, сюда просовывается рука, и здесь пальчики. Такой вот большой нос, здесь выпадающие глаза, посмотрите, здесь для рук, то есть можно сюда руки совывать, можно сюда. Глаза выпадающие, они также легко убираются обратно. Здесь у нас сеточка для лица, чтобы можно было смотреть. И в комплект еще входят штаны. Вот такой вот у нас Мустафа, красивый костюм для аниматора, очень популярен на разные праздники. Следующий костюм у нас Джигит худой. Смотрите, вот такая вот объемная голова, здесь у него как брови такие, чубчик, шапка, вот здесь рот у нас. Так вот выглядит, посмотрите, объемная такая голова. В комплект входит у нас еще имитация обуви, вот такие красные ботиночки, как сапожки. Подошва у нас здесь вот такие довольно плотные они. Штанишки в комплекте. И, конечно же, у нас плащ. Посмотрите, черного цвета с ярко-красной отделкой. Внутри у нас также красная стеганая подкладка. Посмотрите, материал весь прочный, качественный. И третья ростовая кукла, это у нас идет Джигит толстый. Они практически идентичны, только вот чуть-чуть побольше в белом цвете. Такой же у нас идет сюртук, можно сказать. Здесь ботинки ярко-красного цвета также и штанишки. Очень все качественное, хорошо пошитое, удобно аниматорам в них. И очень такие забавные на любые праздники. Востребованы среди аниматоров. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и, конечно же, заказывайте ростовые куклы. Hey! Come to Canada!